Однажды вот мы отдыхали под Серпуховым. Там есть такой парк Дракина. И знаете, вот подошла ко мне женщина. Ой, здравствуйте, в глаза смотрит. Рукой ко мне пытается прикоснуться все. Ой, можно я вас обниму? Можно я вас... Вы так... И вы знаете, мне после нее стало плохо. О. Вот когда я поняла, я 2 дня болела после нее. Я поняла, что такое энергетический вампир. Я поняла, что это есть. А я слышала такую фразу, понимаете? И я как-то очень иногда осторожнее.